Я вышел сюда, потому что я против пропаганды гомосексуализма. Я считаю, что наши дети должны жить без этого. Мы православная страна с традициями совершенно другого рода. Поэтому я считаю недопустимым, чтобы наши дети видели все это. Именно пропаганда. Да, они могут, если они хотят, делать, что они хотят. Но без пропаганды, без того, чтобы это рекламировать. Этим маршем мы показываем только одно, что есть в этой стране сообщество ЛГБТ, и оно нуждается в равных правах, в таких же правах, которыми пользуется большинство в нашем обществе. Которые собирались сделать геи, гомосексуалисты. Это не по закону Божию. Библия говорит, что нельзя этим заниматься. Я считаю, что нормальная семья состоит из мужчины, женщины, детей. Семья гомосеков или лесбиянок в принципе не может вырастить ребенка. Еще нет в мире человека, что рожден от гомосека естественным путем. Я считаю, что им не место на наших улицах, и эти марши, они не должны проходить и продвигать их ценности.
Тихо, спокойно, я вас прошу. Все, ребят. Идите в Европу и там ебитесь в жопу!